Check the mic and make sure it sound right, boy. Всем доброе утро. Я еще даже не застелила кровать. Я проспала после вчерашней этой речки аж до 12 часов. Если бы меня Коля не разбудил, я бы, наверное, и дальше спала. У меня так сильно вчера болели руки, плечи. Так, мне тут я проснулась, и мне сразу же собаки говорят, что им пора, типа, гулькать. Ну, что делать? Пойдем гулькать. Пошли. Давай, бери кирпич свой. Ну, быстрее чуть-чуть, да? Тебя же ждут, скажи. Ой, на улице опять парит. А Коля приедет. Так. Кошечек нету. Стой. Иди сюда. Опатьки. Давай. Сейчас приедет Коля. И мы поедем к Але домой. Снимать ролик на второй наш канал на личном опыте. Вот. Мы собирались 5 часов. Ну, в принципе, уже первый. Он через час приедет. 2 часа езды до нее. 2-2,5. Ну, как раз где-то так. Она еще зовет перед съемками или после съемок. Съездить покупаться. Там у нее есть какой-то супер пляж. Ну, я не знаю, блин, у нас так все болит, это капец. Не знаю, по колесу мы посмотрим, буду ориентироваться по нему. Захочет, сможет, поедем, тоже еще поплаваем. Не сможет, не захочет, не поедем. Сейчас приедет, все разъяснит. А, мои бархатцы, кстати, бедненькие, вон они на балкончике стоят, они очень страдают от жары. Точно. Извините. Они вообще морозостойкие растения. Ну, там, да, ну, до хороших температур не выдерживают. А тут такая жара, и жара им очень тяжело переносится, наверное, нежели чем холод. Поэтому поливаю каждый день, бедолаг. Ну, тянутся, пока не хотят распускаться. Так, с собаками гуляю, потом завтракаю, наверное, тортиком вчерашним. Посмотрим, не помню, что у меня там в холодильнике есть. И буду собираться. Мы поехали уже. Коля приехал, попил чаек, и мы поехали. Тут новый асфальт. И мне кажется, от него еще воняет, да? Таким этим вот гудроном, да? Чем бы. Ну, а может, ну, вот это вот штука. Кстати, привет. Вот Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Жаренько у нас все так продолжается. 33 градуса. Я поехала в синтетическом платье. По причине того, что все остальное, мою одежду, оно в стирке. Потому что у нас сломался у стиральной машины шланг. Ты что, сегодня разговариваешь все на но? Все на о? О. Почему? Оно. Короче, сломался шланг в стиралке. Его надо купить в Леруа Мерлен. И поставить, и тогда я смогу постирать. Вот так я поехала синтетическое. Оно летнее. Оно такое веселенькое, летнее. Но оно, блин, синтетическое! В нем, блин, жарко! И мне сейчас жарко. Ну, в принципе, под кондиционером терпимо. Там дальше посмотрим. Мы взяли с собой свой горе штатив. Я смотрела новые штативы себе. Мне нужен штатив, я уже об этом говорила. Нормальный, хороший штатив. Не выбрала. Но буду еще смотреть. Дай бог что-нибудь выберу. Пока с этим поехали. Потому что мы будем у Али снимать сюжет. Я уже говорила, по-моему. Вот. Нам ехать 2 часа. Пожелайте нам удачи в московских пробках. А это реставрация старая. А, закрыли на реставрацию башню. Мы уже на середине пути.
вот около Кремля едем. Пробочек не так много, да? Ну, как казалось. Ну, понедельник сегодня, день такой. Еще после выходных люди, кто с похмелья не поехал, то еще что. Туристы. Надо на теплоходе, во-первых, покататься. Это раз. А во-вторых, надо... Мы сейчас проезжали новый старый Арбат, надо погулять. Выгулять? Выгулять меня надо, да. Новый Арбат? Обязательно. Я здесь ни разу не была. Вот этот вот памятник Петру. Первый раз здесь проезжаем. Прикольно. Мужик смотрит влево и не видит меня. Опасно. Мы едем в Люберцы, и по дороге, смотрите, вот это вот дома, да, новые все. А видите, вот эта гора? Сейчас нас перестанет трясти чуть-чуть, мы подъедем поближе. И вот эта вот гора находится прямо, говоря, вот рядом с этим домом, соответственно, да? И вот кто угадает, что это за гора? Некрасовка. Делайте свои предположения. А пока вы делаете свои предположения, я вам расскажу, что это за гора. Это мусорная свалка, законсервированная, находящаяся в центре, домов. Между домов. Огромная просто мусорная гора, которую засыпали, но с нее течет. С нее течет. Воняет. И воняет. Некрасовка. И люди смотрят вот на это. Некрасовка. Я не знаю, что должно сподвигнуть человеку купить квартиру именно с видом на свалку и с запахом. С ароматами. Нет, говорят, поменьше становится с каждым днем. Но все-таки там засыпает химия. Засыпает, супер. Еще и химия туда же. Красота. Мы уже доехали до Люберцев. Забрали Алевтину. Заехали в Леруа Мерлен. В будущем, наверное, Мария останется у Али. У Коли напекло голову, видно. Что-то сегодня. Это же залет воин. Перегрелся. Мы заезжали в Леруа Мерлен, взяли... Что взяли? Шланг взяли на стиралку. Я сегодня наконец-то... Сегодня наконец-то вечером постираю вещи. И взяли еще леску для триммера. Закончим подстрижку газона нашего. Еще хотела взять лейку, но они там стрёмные, поэтому я все-таки закажу на Wildberries такую прикольную лейку в виде тыковки. Она такая дороговатая для лейки, что-то 380, по-моему, что ли. Но она, блин, самая, которая мне больше всего понравилась. А сейчас мы никак не можем доехать до снятия ролика. Сейчас заедем покушаем, потому что все уже проголодались, а потом уже поедем снимать ролик. Буду надеяться, что солнце меня не покинет до этого момента, и мы не будем снимать в потемках. Да, не знаю, покину ли я тебя или нет. Господи. Солнце твое может и покинет тебя. Включил компьютер? Что, Никола, не пиликала? Нет. Такая карточка ожидания, смотрите. Прикольно. Запиликает, значит, наш заказ готов. Мы заказали роллы в суши-маркете. Аля уже купила, а у нас, получается, эти роллы горячие и жарят. Поэтому ждем. И потом еще 25 минут ехать далее, потому что здесь все посадочные места по QR-кодам. А у нас QR-кодов нет. Потому что у Коли была только одна прививка, ему еще QR-код не выдали. У меня, я переболела больше, чем 6 месяцев назад. У меня есть QR-код, мне кажется, он не действительно. А у Али почему-то его нет. Хотя она привитая. Она не то, что даже привитая, она участвовала в исследовании. В испытании вообще. Вот так. Мы едим в машине.
Я хотела по-нормальному, но едим мы, к сожалению, в машине. Роллы. Не все хорошее. Сок. Чуть-чуть Макдональдса. И всего остального. Опасная тема. Коля у нас тут весит, навешивает карниз сестре. У нее были жалюзи, она их убрала. Или рулонные были, да, шторы? Сегодня мы ей ляпаем карниз. Коля весь мокрый. Тут очень жарко. Жарко вам? Вообще в городе это очень жарко. Да. Ну, она говорит, у нее комаров хотя бы нету, представляешь? То есть вот здесь вот как бы открыто окно, с него кислород хоть какой-то поступает, и нет комаров. Закат. Мы отсняли уже ролик, видео, которое мы хотели. Навесили карниз, укрепили полочки в комоде. Сейчас попьем чаек и поедем домой. Мы возвращаемся домой. У нас калифорнийский закат. Не хватает только пальм вот так вот на фоне, вот так вот вдоль. Но закат калифорнийский, но он уже почти село солнце. Но оно такое прям яркий-яркий розовый закат. Ну, камера чуть-чуть передает, но как бы было еще ярче, было еще клевее. Мы все сделали, все повесили, все гардины, двери, все-все-все укрепили. И поэтому с чистой совестью возвращаемся домой. У нас вместо калифорнийских пальм, вонь, во-первых, неимоверная. А во-вторых, трубы. Трубы. Тут как будто стая, не знаю, кого-то сдохла. Вот такие вот трубы. Что это за трубы? ТЭЦ трубы. Украшают горизонт. Ну, воняет тут неимоверно. Эти красотки. Уже дома. Я даже уже умылась. Коля приготовила салат. Он сидит, кушает. Коля заменил ванной шланг, который мы купили сегодня в Леруа Мерлен. И у нас уже стоит стирка, потому что со вчерашнего дня у нас ничего не стирано. Представляете, вот мы с речки приехали, у нас мокрые полотенца, мокрые пледы, вот это все. Поэтому мы сразу же поставили, чтобы это все до конца не закисло. Стирается, а я себе делаю чай. Видите, время сколько уже? Ё-моё. Чай со смородиновым вареньем. Такой. А-ля морс. Мы очень сильно устали. Мы много, конечно, сделали, но и жара выматывает не по-детски. Но еще у меня есть дома дела, конечно. Я что-то уже делать не буду. Но что-то... О, у меня же есть холодная вода в холодильнике. А что-то мне все равно придется делать. Сейчас разбавлю. Не люблю горячий чай, не люблю холодный. Люблю тепленький. Ой, красота. Пить хочется жутко после всех этих ролл и всего остального. Все, мы уже поели, вещи развешали и включили кондиционер наш ручной. И ложимся спать. Коля уже лежит, а я занимаюсь монтажом. Скидываю весь материал отснятый. Материала сегодня очень много было, потому что на два канала снимали. Сейчас буду все разбирать и ставить на монтаж влог. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо, что были со мной, с нами. Всех люблю, целую и до завтра. Коля? Всем пока-пока, вы сами знаете. Все, пока-пока. Check the mic and make sure it sound right, boys.